Доброго времени суток, дорогие друзья. VAX Studio снова работает для вас. И у нас карта The Our Bus. У микрофона Антон, Тоник Милищук, и мы будем наблюдать за тем, кто же будет победителем второго финала и выйдет на борьбу за 50 долларов. Айстиксы против команды Fight Cryptic, давайте-ка пройдемся по составам команд, что же команды нам готовы здесь показать. Блистательная пятерка от команды Айстикс, здесь же Рекс, Джокер, Тенгузавр, Ашмен и Сайбот. Что касаемо команды Атаки, здесь же Лава, Логиксер, Аккорд, Макдрокс и Поверейт. Давайте-ка посмотрим за пистолеточкой его вот здесь Сайбот, дружище. А где твое лицо, дорогой мой друг? Ашмен уже получает минус голову в прямом смысле слова. Ему ставят хедшот. Рекс также погибает на позиции B сайда Но и мне кажется, пистолетный раунд уже можно подытожить. А мы с вами так и запишем в действительности. Минус 3 на первых парах. Четвертый также отлетает. Очень красный. И Тангузавр остается у нас с вами последний. Боже ты мой, без шансов. Да, Аккорд здесь завершает данное шествие. На позиции Б-сайда так называемый крестовый поход, и уже атакой. Five Cryptics. Уже ребята побеждают. Где это видно, дабы атака забирала для себя пистолетку в сухую. Бывают такие ситуации, но сейчас, именно в этом эпизоде, знаете ли, это уже было чересчур. Ашмен и Тангзавр будут работать на одной позиции в коннекторе. Здесь их готовы контролить. Но при этом все. Поверейт пока что не торопится выдвигаться на позиции своего оппонента. Ну а мы с вами будем наблюдать за всей картой The Overpass. Логик, сэр, под точкой Б контролит воду. А вот Лавел, давайте-ка посмотрим, заработает этого игрока. У него на руках АК-47. И есть также второй армор, то бишь армор с каской. Пара игроков на коннекторе, Рекс выходит уже на контакт. И вот здесь прогоняют. Первая голова Ашмен пошла, вторая авто. Боже мой, Поби Рейд. Превосходно, превосходно. Этот парень превыше всяких похвал. 2-0, скорее всего, будет вот такой вот у нас счет по окончанию этого раунда. Ничего мы, увы, не можем поделать. Мы с вами только лишь наблюдаем за этим моментом, Сайбот. Сайбот Асикс и Халпуч своему тиммейту, друзья. Аккорд уже ставит голову по своему оппоненту. Удивительный факт. Одни лишь хедшоты залетают по ребятам. Знаете ли, мне кажется, что здесь оба коллектива из России будут давать друг другу бой. Но пока что первые явные фавориты в этом противостоянии, они уже являются лидерами. Ну что ж, ответочка пошла не хедшот, но уже хорошо. Давай, кило, ребята, дали. Джок последний. По нему есть информация, но не стопроцентная. Дракс. Дракс, дружище. Мэг Дракс уже погибает. Но, тем не менее, знаете ли, самое главное АК-47 засейвить, засейвить свои арморы неприятно, неприятно, не будем спорить с тем, что, ребята, 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 а как же так? Закрывать вот эту Логиксер не сможет. Никто не сможет. Лавел также погибает у нас от взрыва бомбы. И таким образом, минус 5 в одной ситуации, в одном раунде. И это очень сильный удар по экономике команды атаки. Благо, что ребята являются лидерами. Могут выйти сейчас для себя на 3-0. А вот в первом девайсе там уже будут свои некие такие проблемки с деньгами, с девайсами, с гранатами. Но мы с вами посмотрим. Джок, открытие на шарте. Есть также хелпа от его тиммейта. Рекс не смог совладать собой аккорд. Но пора текать. Пора уходить. Он же последний. Это Гузавер. Но и здесь. До свидания, говорит нам Дракс. Ставит точку в этой ситуации на табло 3-0. Все выжили. Все выжили. Экономика у аккорда 8-100. Здесь денег куры не клюют, но у нас начало первого двадцатого раунда в нашем противостоянии, дорогие друзья. Четвертый раунд по счету имеет ребята из команды Астикс у себя. Три кольта, ВП и ФАМАС. Довольно неплохо, все на должном уровне, но вот одно меня смущает. Это бай по гранатам, но тут же Джок! Господи, Джок, два хила, молодец. Молодец, наказал Логиксера и Лавла. Вот так должен работать истинный игрок защиты своей позиции. Три игрока от Дефа, но работает всего один. Помощь была от его тиммейта, несомненно, он ведь подсадил. И таким образом ребята для себя записали эти фраги. Один помогал, второй убивал. Что у нас здесь? Аккорд, Поверейт и Дракс. Ребята втроем. На табло 3-0. Четвертый раунд, как я уже говорил неоднократно. Аккорду необходимо делать килл. Вот такой самый-самый основной пилот. Сейчас флешка вылетает, но никто позицию боковушки не чекает. Странно, довольно странно. Ребята не имеют информации по данной позиции. Но при этом всем не прочекали ее. А как же так? Как же так? Не прочекал за что и поплатился Мотов. Слегка не долетает, бывают такие ситуации. Но у нас на осаде. Уже два игрока защиты. Тенгузавр. Уже два. также и Дракса. Но здесь уже конечно, мне кажется для Побера это также будет наступать буквально через пару секунд, поскольку деваться ему уже некуда. 35 хп, Тангузавр находит свою жертву, 2 килла у этого парня, Джоук также 2 фрага и Ашмен 1 килл в четвертом раунде на карте Делвар Пас. Напоминаю, дорогие друзья, что финал может начаться фактически по окончанию этого матча или же, или же, друзья мои, в 20.00 по московскому времени, поэтому есть факт того, что мы с вами Будем ждать, возможно, час начала этой встречи. Все, может быть. Но ну, а сейчас же у нас ставится пауза. Техническая пауза? Проблему у игрока нам пишут. Боже ты мой. А как же так? Как же так? Что могло произойти? В целом у команд еще есть достаточное количество времени для того, чтобы решить свои проблемы. И в действительности начался финал у нас в 19.30, как и планировалось до начала сегодняшнего игрового дня. Но везде есть свои подводные камни, как говорится. Сейчас а, Джок 5 на 2, парень довольно неплохо настреливает для своего коллектива, но все его тиммейты пока что не проснулись. Ингузавр 2 на 3, включился игрок в прошлом раунде, Ашман и Рекс 1-4-1-3, только лишь а, Сайбот пока что дремлет этот парень. 0-0-3 самое главное для него, дабы не стать агентом 0-0-7. Что же у нас атака? Атака здесь показала вплоть с самого, с самого начала, с пистолетного раунда, что они молодцы, они готовы тащить. И фраги, которые мы с вами сейчас можем наблюдать, являются тому явным подтверждением. Аккорд 5 на 2, дорогие друзья. Лавел 4 к 1. Логиксер 1 на 2. Дракс 3 к 2 и по V-rate у нас играет 2 на 2. Таким образом, замечаем по статистике, что только лишь один логикса работает в минус 1 по своей статистике. Это довольно неплохо. Как для начала у нас форс-бай uh, от команды атаки 5 криптикс. Здесь, знаете ли, эти ребята, наверное, решились. А на такой вот ход по итогу паузы. Ашмен контролит, но его никто не чекает. Первого забрал, второго забрал. Переволочка довольно-таки неплохая. Но третьего, увы, не дожал. Бомба выпадает на позиции Асайда. Завар уже готовится раулать против своего оппонента. Аккорда, ладно тебе! Минус голова у Тенгузавра. Здесь и сейчас у ребят вырисовывается некий шанс на ответочку. Но не тут-то было, говорит Джок, делать для себя еще 2 кила. И у него уже 7 на 2. Парень здесь уже реальный молодец. Джок, снова пауза. Сайбот покидает сервер. Сайбот, дружище, что с тобой стряслось? Не понимаем. Не понимаем. Мы с вами абсолютно... Техническая. Очередная у него завис Shift Tab. Боже ты мой. Зачем он ему вообще нужен? А Shift и Tab зависли у него, наверное, халдить не может. Но, скорее всего, в такой ситуации может помочь перезаход в саму игру. Мне кажется, это довольно-таки быстрый способ пофиксить данную проблему. Или же ребут компьютера, что уже будет стопроцентной гарантией решение данной проблемы. Ну, или же, знаете ли, вот такой самый крайний случай, то... Чего не хотелось бы увидеть, это проблемы с самой клавиатурой. Как ни странно, но иногда бывают подобные моменты, когда наша старая добрая клавиатура себя уже отжила, на себя отработала и... В таких ситуациях, в таких ситуациях э, нужно идти и покупать новую. Где же вы это можете сделать, дорогие друзья? Вы это можете сделать в магазине ВАК. Есть интернет-магазин точка 365ru Там вы можете ознакомиться со всем ассортиментом клавиатур, наушников и различных девайсов для вашего ПК. Также, я думаю, все прекрасно понимают, что все девайсы, начиная от клавиатуры, заканчивая вашими наушниками, они дают вам комфорт в игре. В этом также есть свои плюсы, так что здесь уж только вам решать. Не забывайте подписываться на наши паблики VAC Studio и VAC. Сейчас же вернулся, вернулся наш герой, Сайбот, возвращается в наше противостояние, Анпаус, анпаус и птицы снова полетели. У нас сначала 6 раунда, 2-3 на табло, атака готова бороться, ребята, закупаются поверы с Галилом в своих руках, Логиксер и вся бравада, помимо Акольда, работают с Авиком и АК-47. Шестой раунд по счету, минута 50, но и у нас, у нас начинается полное шествие, друзья Хотелось бы увидеть, кто даст entry kill. Вот здесь же действительно, а вот Лавел уже понимает, как будет работать его оппонент Джоук, и здесь же не прощает своего противника. Да, не стоит делать зеркальные эпизоды спустя 1-2 раунда, поскольку вас могут подловить, и здесь это был тому явный фактор, подтверждающий данный аспект. Сайбот, Сайбот чекает, чекает абсолютно все, во второй раз смог запрыгнуть на позицию, Ашмен ждет, ждет, надеется и верит, но знаете ли, тот, кто ждет, обязательно дождется, он может дождаться, здесь как минимум одного лишь лавела, но самое главное хотя бы килл сделать, 37 хп, оу, 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 какая же ошибка, это ошибище, друзья мои. Что это было? Да ладно тебе. Вот, вот здесь фактор наушников. Вот здесь фактор наушников и фактор опыта. Возможно, мог бы услышать своего оппонента. Кто-либо топал на данной позиции. Но что ж ты будешь делать-то, господи. Не повезло. Не повезло, действительно. Бывает, бывает такое, с этим мы с уже, увы, ничего не можем поделать. Бомба была установлена, команды атаки уже откидываются мотовы на данную позицию. Щипчики имеются у команды защиты Асиксы. Ну, -у -у -у, пошло же, Логик, сэр, превосходно, превосходно, поверейт. Тангузавр остается у нас последним, чекается позиция, и здесь уже пиши пропало. 2-4, у нас начало седьмого раунда... Деньги есть. Деньги есть. Ребята могут э, бороться. Они должны бороться превыше всего для них сейчас взять для себя хотя бы 5-6 раундов. Все свои жизненные проблемы нужно оставить на потом, поскольку сейчас полуфинал, а не за горами у нас уже и финал. А там, возможно, и 50 долларов окажется на кошельке вашего коллектива. Дракс контрует позицию, но мгновенная карма. Тенгузавр не прощает своего оппонента, ставит ему хедшот. Такая, вы знаете ли, весточка для этого игрока. Парень сам в шоке. Как такое могло произойти? Я ведь киберспортсмен но, наверное, нет. Наверное, не сегодня. Джок и компания отправляются под позиции б сайта где уже атака поставила плент и готова его оборонять. Поверейт! Поверет Молотов, тайминговый Молотов, но его с этой позиции пытаются прогнать пол ХП, уже сняли, очень даже быстро, сейчас же необходимо сменить позицию, Аккорд уже Словно Бэтмен, словно Человек-паук, вот такие вот супергерои простреливают своего противника в голову с АВП, не имея даже о нем точечной информации, где же он может находиться. Бомба будет взрываться буквально через 5-7 секунд. Ребята, атаки уже уходят на дальние рубежи карты до Варпас. Бомба взрывается, дорогие друзья, и у нас уже подходит к концу седьмой раунд. Начало восьмого, и деньги у команды Астикс уже имеются. Закупаться они, конечно же, будут. Five Cryptics, что вы скажете на это? Мы с вами узнаем по началу этого раунда, но не хотелось бы, чтобы ребята торопились. Астикс, друзья мои, а что такое? Деньги есть, закупиться на диглы, арморы, цзшки, раскид смогли, но закупиться на давайцы не решили. Сайбо, дружище, я, наверное... Все-таки накаркал а, в твой адрес а, 016, уже не 007. Знаете ли, вот уже можно сказать: а вот вы не правы. А вот вы не правы, товарищи. Я давал ассист, я уже не агент Агенты, Они ведь есть везде. Но, наверное, у нас агент под прикрытием. Сайбот. померает, готов работать. Противо своего оппонента. А почему прицел смотрел в ненужном направлении? Зачем он смотрел в двери? Ведь нужно было контролить ближайшие позиции, но, наверное, он, на... он об этом не знал. Восьмой раунд уйдет за командой атаки, уже на табло 2-6. Вот уже страшно, вот уже страшно, да, в начале прошлой карты The Cash, когда у нас играли первые полуфиналисты, там был похожий счет, похожая ситуация, но там, знаете ли, был фактор того, что ребята всегда играли лоб в лоб. Были два камбэка. Как ни странно, да, в одном матче был два камбэка, это редкость, но, тем не менее, ребята пытались. Ребята пытались, но что-то пошло в конце не так. 16-14 были очень потные раунды, я уже ждал лопов. но не сегодня сказали мне оба коллектива. И вот уже восьмой раунд э, подходит к концу, друзья мои, Джок. Э, сейвит свой АК-47. На него пока что никто не торопится выходить. Конечно же, ребята его ищут. И, скорее всего, на своем уже огромнейшем опыте они понимают, где он мог находиться. Начало девятого. Бай. Будет бай. Э, будет бай. Будет пища. Скорее всего, думают именно таким образом, ребята. Пища в виде взятых раундов. Сейчас это им очень необходимо. Девятый, минута 50. Есть АВП у Тенгузавра. Давайте-ка посмотрим за реализацией данного весла. И Авик только лишь дала себе знать. Холостой выстрел, Джок. Но вот здесь, знаете ли, дружище Джок уже понимал, как же нужно переиграть своего оппонента. Голова у этого парня работает. И работает она на все 105%. У нас девятый. Полторы минуты. Эндри Килл за командой Астикс. Почему бы не собраться до конца всем игрокам команды и взять для себя третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, также восьмой раунд? Работает пока что только лишь у нас одно звено. Одно звено из пяти, 5... но необходимо включиться еще парочки игроков. Сайбот, дружище, пора бы просыпаться. Пора бы, правда, просыпаться до да, вечера, до да, новогодние праздники. Но ты в шаге от финала, друг мой дорогой. Девятый раунд, 55 секунд есть у обеих сторон, атака постепенно перетягивается под позиции Апланта. и у нас здесь Поверет и Ашмен, игрок обороны работает здесь фактически в Соляновом, Тангузавр оттягивается, Лонг прочекал, но прочекал его буквально одним глазом, тут же он бомб керри, Тангузавр, а что ты делаешь? Почему нет э, халпы? Вот Джок уже перетягивается. Этот парень готов спасать здесь мир. Ашмен снова угол не прочекал. Снова он наплошал. А почему так? Почему углы в СНГ не чекаются, друзья мои? Подскажите, пожалуйста, дайте подсказку для комментатора. И Логикса работает. Первого забрал, но второго не забрал. Максимум. Максимум смог из себя выжить. Но не более того. Бывает. Все здесь у нас абсолютно бывает. Не стоит удивляться. Я уверен. Я уверен, что ребята еще смогут вернуться в игру, смогут показать всем бой, показать свой скилл. А наша с вами задача понаблюдать за этим показательным выступлением от обеих сторон. Пара смоков полетела уже на точку Б. Молотовы также присутствуют при данном раскиде. Дракс, проход, проход. Тут же Молотов, тут же смок откидывается у нас на Б сайт. Рекс. Рекс, флешечка, и флешка пошла. Пошел также игрок. Но зажми хоть кого-нибудь. Два кило сделал. Логика и Погибает. Погибает также и Дракс. Рекс на б но никто никого не чекает. Джок здесь все. Здесь уже пока. Действительно, даже Джок просмеялся. Рекс дал минус 4. Вот э, знаете ли, вы видели его спрей? Вы видели его спрей на первых порах. Благо, что он смог законтролить все это дело. Но ну, а сейчас начало 11 и атака. Атака. А где же ваши крылья? Где же ваши крылья, которые я наблюдал буквально два раунда назад? Э, При счете 2-6, но возможно... Возможно, и крылышки да обрезали, ну или знаете ли, просто-напросто птичка устала. Ашмен работает по первому, работает по второму, двух закрыл, уже хорошо себя разменял. Тенгузавор, Авик. нет-нет-нет-нет-нет, здесь э, Саша Симпл не вселился в этого игрока. но Норек, снова Джоук, снова Джоук, снова этот киберспортсмен, что у него по счету? 11-4. Он тащит свою команду. Если бы не он, тогда летели бы парни. Ой, как летели бы. Минута. Минута немного более того имеется у стороны атаки для того, чтобы выбрать для себя правильный вектор направления. И логик с диглом. Логик с диглом. Лейвел у нас работает с авиком. Весло показало себя на один килл. Это неплохо, да, это очень даже неплохо. Но нужно также не забывать о том, что нужно дать еще хотя бы один фраг, дабы в дальнейшем было бы попроще. Сейчас же Джоук занимает позицию на монстре. Его навряд ли здесь кто-либо даже будет ожидать, кто-либо будет чекать. Бомбу уже оставили, выход будет, скорее всего, под B сайт. Но тут же ребята могут сами для себя поставить... Палки в колеса, но нет. Э, это фейк. Это фейк. 20 секунд до конца этого раунда. Сайбот. На Асайде у него 1-1-7, друзья. Вы обязаны вдвоем его забирать. Коль подобрали. Коль подобрал нас. Логик, сэр. Логик, сэр. бом поставил Моментально его, увы, не разменяли. Лавл. Уходит. Нужно обходить. Ой-ой-ой. А здесь уже новогодний сюрприз от Джоука. Пятый раунд идет за командой защиты. И этот уже у нас раунд списывается. На кону двенадцатый. Давайте-ка посмотрим через табуляцию на экономику. А денежка есть. Вот знаете ли, тот самый факт. Когда вот есть игрок, который пока что не включился в борьбу. Не стоит на него давить. Поскольку именно он именно этот игрок может спасти раунд, спасти игру, спасти всю вашу команду. Да, не спорю, Джоук работает 12 на 4, но при этом всем 11 раунд спас Сайбот, и мы это с вами прекрасным образом понимаем. Как ни крутим, он сделал здесь ключевой фраг. Смотрим за началом 12-го. Ребята уже успели постреляться, уже успели принять на голову хаешку. Ребята, это не футбол. Это не футбол. И все, что летит в вашу голову, лучше не принимать. И также, минута 15 атака постепенно занимает свои позиции. Ближайшие рубежи на б плент уже под контролем атаки. Конечно же, оборона. Оборона здесь не даст так просто себя открыть. Фейки под асайдом читаем, поскольку Ашмен стоит у нас на данной позиции. Он все смотрит, он за всем наблюдает. Он здесь молодец. Б-сайд. Джок, скорее всего, прочекал. Джо... Воу! Почему я это не смотрел, друзья? Смотрел это с дальней камеры. Но Джоук здесь был шикарный. Сайбот, наверное, в шоке. Парень сам в шоке от своего тиммейта. Ну что, еще одна пропрыжка. Друзья, у вас 35 секунд. Раскидка есть. Плент, скорее всего, также уже ребята выбрали. Аккорд под Б плентом. Готовится раскидка смоков. Да господи, дай ты смог на красную лампочку. Но видим. Видим, что дает он его немножечко по-другому. Опять-таки, опять-таки, смоук в сайт пока что у нас отсутствует, но смоук не самый лучший, а вот тот самый сайбот. Два килла от этого парня, он спасает снова свой коллектив, а корд будет играть здесь роль сейвера. Некий такой банкир, который сейвит свои финансы, сейвит он свою денежку. Верно, ведь у него ноль. У него 0 на балансе. А что на этот счет скажет его команда? Ребята будут закупаться. Ребята будут закупаться. Вариантов ведь других нет. Вариантов других нет действительно. Но... Но и сейчас пора уже показать себя во всей красе. Поскольку 13 раунд уже, кажется, можно до конца всем проснуться, всем разыграться. По 6 килов Тангузаур, Ашмен и Рекс. 4 килла у Сайбота, 14 у Джоука. Парень, скорее всего, думает, друзья, вот в принципе вы вдвоем, как я один. И даже один не полный. Воу, немножко не хватило, но он дошел до конца. Он ведь киберспортсмен, и он вас не обманывает. А вот почему не закупились Поверит и Дракс? Я этого момента, конечно же, не понял, но надеюсь, что ребята в дальнейшем уже смогут подобрать девайс, показать свой скилл. Ашмен, нужна хелпа для этого парня, поскольку его собираются давить со всех щелей и АВП. И АВП здесь уже все, здесь уже все, Джок также будет. Этот парень ведь везде, вы знаете, действительно, этот парень будто везде готов работать, везде, где нужно. А где не нужно, его там ведь и нет, действительно, Сайбот и его тиммейт Джоук. Вдвоем на позиции Асайда, Аккорд и Поверейт. Вдвоем два весла, Логиксер и Макдракс. Вдвоем два калаша работают эти ребята. С девайсами проблем нет. А вот хаешечка, если бы долетела, тогда по лицу довольно неплохо получил бы у нас сайбот. Тут же прострелы под Б-сайдом. Фейк, который оставляет желать лучшего. Рекс 40 хп, он выживает. И теперь же... Воу, Джок! Джок здесь молодец. Шикарно. Шикарно. Асиксы выходят вперед. На табло у нас 7, 6, 14 раунд. Готовы делить команды между собой. 14, друзья. Это уже не шутки, ведь до конца встречи осталось не так-то и много времени. А вот до конца первой половины осталось уже всего ничего. Пара калашей, пара кольтов, авик, все, что есть у нас, говорят, астиксы. А нам ведь больше и не надо, думаю, эти ребята. А вот что касаемо атаки, здесь проблема есть. Уже работает Лавел по голове своего тиммейта. А Курт погибает. Была хелпа, конечно от его оппонента. Так называемая хелпа в кавычках. Тенгузавр. Но уже пора его погибать. Но он говорит, нет, друзья. С глаз долой из сердца. Вон. Но не судьба. Не суждено этому игроку выжить в этом раунде. Благо есть тиммейты. Джоук, сколько же этот парень взял для своего коллектива? 4 MVP. Подумайте только. 6-4 без этого парня. Вот такой вот был бы счет. И, скорее всего, даже больше для команды атаки. Но, опять-таки, ребята вышли на свой минимум. Они уже осознают, что им нужно делать после смены сторон. Главное, самое главное, это найти темп. Найти тот самый темп, в котором вы будете работать. Не стоит лететь с вами голову на одну или же другую позицию. Возьмите паузу. Возьмите паузу, подумайте, что от вас требуется, как это реализовать. И только потом говорите, что вы готовы бороться. 15 раунд, полторы минуты у обеих сторон. Будет ли 8-7, наверное, этот вопрос уже возник в голове у каждого нашего зрителя. Тенгузавр. Чекает лонг, но один стихоповый Дракс уже, наверное, боится даже открываться на своего оппонента. Ведь не мудрено, что шальная пуля она имеет место быть и она может прилететь именно в ногу, в тело, в голову, в плечо или же руку именно этого парня. У него 11 хп, любое попадание будет для него фатальным. Вот Ашмен по уже лавел работает на размене, серия фрагов на нашей позиции Асайда. Аккорд работает на пленте, но пока что ящики не помогают этому парню работать на все 100% десант. Боже ты мой, попросту вакханалия происходит у нас на этом сайте. Аккорд снова хелпа от этого парня. Бомба уже была установлена на позиции Асайда. Смока нет. Смока нет. Должна быть хелпа. Хелпа должна быть стопроцентная. Флажка откидывается. Есть еще пара флешек. Открытие есть, Дракс. Не торопитесь. Не торопитесь, пожалуйста, друзья мои. Минус э, дефьюзер. Но и у нас 8-7 на табло по окончанию первой половины на карте Девер между командами Астикс и командой 5 Криптикс. Что же, что у нас по статистике? Five Cryptic. Аккорд. 14 на 9. Лавл. 10 на 9. Logixer 5 к 10. Поверейт. 10 на 10. И Макдракс. 4 на 11. Айстикс. Игроки защиты. Наша полиция. Джок. 20 на 5. Тенгузавр. 9 к 9. Ашмен. 7 к 13. Рекс. 7 на 9. И Сайбот. 5 на 8. Рейди написали уже оба коллектива. Нам же с вами только лишь остается дождаться того сладкого момента, когда ребята будут готовы и когда закончится фриз-тайм. Также. 15. -й. Вот уже он подошел к концу. А что покажет нам... Наша вторая половина. Команды меняются местами. И уже астиксы будут атаковать. Five Криптик, конечно же, будут играть у нас за защиту. Юспы в деле. Скилл на пределе. Аккорд покупает для себя армор. Логиксер будет дефьюзить бомбы. Поверает Макдракс. Лавл также с защитой на своем теле. Атака здесь играют все как один. Как один целый механизм. 5 первых арморов. Все в пятером на одну позицию и, скорее всего, здесь будет небольшая давка на длине. Конечно же, места много, но при этом всем его может, может стать очень, очень мало, когда на вас выйдет один ваш оппонент. Многие, наверное, с таким эпизодом сталкивались, когда вот вы идете всей своей огромнейшей бравадой, на вас выходит один и вы все хотите запрятаться, лавел, делать первый килл. Но на больше его не хватило. Наверное, на больше и не нужно. Флэш, а была бы хаешка, была бы хаешечка. Ашмен, а что ты сделал, дружище? Что это такое? Джоук! Дальше Джоук! Еще одного забирает! Господи! Джоук, юспом третьего! Но нет, Логиксер, Логиксер! Моментально отвечает. Вау! Один в один! Один хп, аккорд. Аккорд ушел на А. А бомба под Б. Бомба на Б-сайде, это фатальная ошибка, но здесь, знаете ли, Одна пуля. Одна пуля, которая может решить абсолютно все. Как и в жизни, знаете ли, одна пуля решает любой вопрос. Сайбот, аккорд. Наблюдаем мы с вами за ребятами. Ну и кто кого? Кто кого действительно здесь сможет одолеть? Сайбот чекает краем глаза да, своего... Боу! Да ладно вам! Аккорд! Готов дефьюзить пакет? Это уже из разряда вон выходящего, друзья мои. Шестнадцатый раунд уйдет за защитой. На табло временная ничья. Как будут думать Астиксы после такой вот феерии, вот, после такого фейерверка в их голове? Я даже не знаю. Мысленно, мысленно они уже взяли этот раунд для себя, конечно же. Но табуляция и команда Five Cryptic немного против. Наблюдаем за эпизодом, наблюдаем за очередным раундом и 17 -й. Пара ump шек uh, MP7, MP9 и Colt. Вот с такими девайсами оборона готова защищать свои позиции. А вот 100 лет работает аккорд уже на 3. Келам, это очень даже много. UMP Поверять, Главное тебе не ошибаться. Ошибается, ошибается, конечно же. И снова Джок. Мне кажется, без него в, в, в каждом раунде все было по-другому. Джок получает по голове 23 на 7. Лидер команды. Он лидер команды. 18 раунд. Деньги вот так и имеются. Ребята будут закупаться. Но вы знаете ли, почему-то мне кажется, что данный бай, данный бай может особо не принести успеха ребятам. Вот почему? Почему-то потому, что проблема с гранатами, проблема, наверное, с моралью внутри коллектива, у всех был фурор, как же так, мы ведь должны были брать тот самый пистолетный раунд, но, но у нас происходит нечто, ответные фраги, снова лавал. включается под бэссайта, накрывает Джоука, Джоука выбили, раунд, считай, взяли. На Асайде работает один логиксер, он занимает позицию на банке и должна быть помощь. Должна быть помощь для логиксера. Тут же флешка, тут же смоук. Бомба будет ставиться. Пакет уже установлен. Логиксер контролит позицию, но со спины лавул, который может не быть готовым к своему оппоненту. Проходит, проходит по своим позициям. Но славу контроль есть, контрпик. Выпад, выпад. Закрыли, закрыли этого парня. Бомба будет дефьюзиться. Да, заметили, обнаружили, наказали. Все, миссия выполнена. Десятый раунд за защитой. Это жесть. Это действительно жесть. Брать такие раунды в голове. Места не хватит. Память заканчивается. 19 раунд по счету. Астиксы уже проверяют свой карман. Там, конечно же, есть деньги, но их маловато. Закупаться не стоит. Форс бай или же бай исключительно на пистолеты. Это то, что им сейчас нужно в данной ситуации. Еще есть шансы отыграться. Еще есть шансы отыграться, как ни крути, но я уверен, что эти парни смогут. Ну и а сейчас. Сейчас у нас Джок вместе со своей огромной бравадой. Джок стреляет в спину своему тиммейту Сайбот. Наказали, наказали. Где твой скилл, дружище? Где твой скилл, боец? 7-11 у игрока, он включается уже в игру, знаете ли, не так-то далеко от своих тиммейтов. По 8 килов у Ашмена и Рекса. Но, ребята, необходимо уже доигрывать здесь до самого-самого конца. До финиша, скажем так. Пови. Поверейте, Подтягивается. подтягивается к своему оппоненту в спину. Главное прочекать, прочекал. Первый. А второй уже Джоук. Ну куда же без тебя? Куда же без тебя наш скилловый игрок аккорд. Накрывает э, шквалом своей пули. Оппонента. Аккорд. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Нагоняет страх на игроков атаки. Верно, стреляй, дабы просто-напросто боялись твоего звона, твоего девайса. Аккорд. Но здесь нельзя было промахиваться. Рука у парня не дрогнула. Аккорд. Контроль. Контроль позиции. Дракс. Выход дальше. Джоук. Драк. Нет, здесь все. Здесь что? Здесь уже все у нас. Логик Сэр закрывает этим килом Джоука. И также берет 11 раунд для своего коллектива. 8-11. У нас начало 20 раунда. И я вам хочу сказать, он довольно-таки важен. Да, денежка будет у защиты в начале следующего раунда. Но опять-таки здесь нужно будет давать дропы. Или же принять как должное факт того, что мы будем делать эко-раунд, дабы у всех была экономика и не было никакой бреши по финансам и также по девайсам в начале 22-го раунда. Ашмен, аккорд, 13 хп. Рекс нам уже показывают через автокамеру, но и не зря показали, показали, как он упал. Ашмен. Нет хаешек у ребят. Есть пара мотовых, есть три смока и всего одна флешечка. Завр ответил за своего тиммейта. Поверейт уже погибает на позиции Асайда. Три игрока защиты, друзья мои. Довольно будет трудно пройти атаки данную стену. Словно китайская стена. Готовы игроки команды Five Cryptic защищаться. Five Cryptic. Ну что вы скажете? Логик, сэр. Логик, сэр, полетели гранаты. Будет ли это фейк? Да, конечно же, будет. Фейков у нас на карте Overpass было уж очень мало. Ну, а тут готовы, ребятки, открываться. Первого заменили, первого забрали. Лавл снова на высоте. Джоук. Джоук погибает. Убили Джоука, как я говорил немного ранее. Считаю, что уже раунд взяли. Здесь фактически точно так же. И Дракс замечает своего оппонента, уже есть вся информация, также по игроку защиты, да До должна быть хелпа. Дракс, пока что кильца живет, у него 15 хп, даже немного менее того, Логиксер, бомба еще не ставится. Два в три ситуации, Лавл готов работать, закрывает двух своих оппонентов, Логиксер и Лавл. Три килла у одного из этих ребят, шикарно. Шикарно. По-другому я не могу назвать итоги этого раунда. 21-й уже по счету в нашем противостоянии. Астиксы думают. Думают, думают и закупаются. Наверное, капитан говорит, чего ж тут думать, нужно покупать калаши и идти воевать. 21-й раунд в нашем противостоянии на карте Dower Pass. Напоминаю, для всех наших зрителей, что формат встречи best of 1 как первого, так и второго полуфинала. И, кстати говоря, финал также проходит в данном формате. Карта пока что неизвестна. Ашмен. Аккорд контролит, аккорд контролит у нас позицию. Но вот я хотел бы увидеть допы, знаете ли, вот, как говорится, куда же финал без допов? Ну, правда, нельзя так, нельзя так делать, друзья мои. 21 минута 10 у ребят еще присутствуют и здесь по большей части не то чтобы минута 10 уже даже меньше того не то чтобы у двух коллективов по большей части это время дается именно для стороны атаки ребята обменялись любезностями у нас через стену поставили друг другу хедшоты логисер 28 хп ашмен 32 процента здоровья потеряли они довольно много но поверейт Пропустил. Пропустил перо. Смотри спину. Спину смотри, дружище, ну что же Что же здесь будет, первого забрал Второго, нет, переиграл Переиграл, но благо, что Поверейт э, все-таки смог Смог забрать он э, Двух своих оппонентов, жаль, что Третьего не закрыл, э, думает уже Этот парень, но ребятам необходимо Перетягиваться на B-сайт, э, защищать Данную точку 20 секунд до конца Фейка здесь не будет, это выход На B-сайт, все прекрасно понимают Этот момент, на девятке даже работает лавл Драк делает свой килл, но Джоук, дружище, куда же без тебя? Джоук, 9, 8, 7, бомбу ставь, бомбу ставь, бомба ставится, хаешки, Джоук был обнаружен. Джоук, логик, сэр, Джоук, снова аккорд работает на девятке, Джоук. Не торопись, не торопись, дружище. Четыре флешки и один смоук. Одними флешками можно закрывать своего оппонента. Он будет все время в фулл блайнде и таким образом дефьюзить бомбу. Смоук на шорт. Как же они угадали! Но как же угадали-то действительно Джоук Джоук! Закрыли этого парня. Так и запишем, друзья мои. 21 раунд уйдет за командой защиты. 22-й. Начнут коллективы снова с бай раунда, поскольку денег достаточно. Достаточно даже для АВП от Джоуки. Но нет, Джоки решает закупить для себя к 47 Решает Капитан, что все 5 игроков команды Астикс будут в этом раунде мобильными. Поскольку АВП-девайс неплохой, но вы с ним не сможете быстро перемещаться. В этом минус данного девайса, но также где есть минус, там всегда есть плюс. 22 -й. минута 35 у атаки. Она уверенно выдвигается на позиции Асайда. Тенгузавры и вся его бравада занимает позиции на туалетах. А вот Джоу контролит до конца. Джоуки что-то знает. Он что-то чувствует. А в спине уже Джоуки. Моментальный хедшот. Голова с плеч долой. Говорит там этот парень. Убивает поверейта. Аккорд. Фуллблайнде все это, но лишь флешки. Бомба будет ставиться. Бомб Керри погибает, но пора погибать уже и самому аккорду. Промах досад. Воу! Что ты творишь, дружище? Еще один молотов офсайт. Фазум не залетает. Логик, сэр. Логин! Забирай, забирай, не стесняйся, тебе уж здесь, здесь все отдается. Но нет. Логиксор погибает, Ингузавр ставит точку в этом раунде, начало 23-го, и у защиты есть проблема. Благо, благо, что есть аккорд, есть лавл, которые смогли бы дать дропы для своих тиммейтов. Четыре девайса есть, три кольта, один авик, а вот дракс, неужели с юспом? Даже пистолет ему не дали, да ну ладно вам. Чего вы такие жадные-то уже стали, а? Тангузавр, 22 хп у него. Здесь ударили довольно сильно. Лавел. Лавел, да фулл конечно же, забирать нужно уже здесь и сейчас. Опять АВП, опять АВП. Джоук наказывает ни одного, так второго. А вот Аккорд наказывает сразу же двоих. Мобильный парень вот сейчас. Да, лол, что? Третьего не забрал, ошибка, ошибка, агрессия сразу же пресекается. Ситуация как ни крути, но 2 в 2, не побоюсь этого слова, 2 в 2, поскольку Дракс работает с Юспом в руках. Убил, убил, он же третий, прошу прощения, дружище Дракс, ты здесь действительно меня удивил. 14-й раунд уйдет за защитой, а вот атаки можно уже вещи собирать, поскольку денег нет. И, соответственно, девайсов также нет, друзья мои. Ничего нельзя поделать в таком моменте. Ну что, что они смогут придумать? Я пока что даже не знаю. Необходимо командам дать время. Необходимо им дать время для того, чтобы они смогли хоть что-нибудь для себя насобирать. Но ну и вот есть уже энтрифраги. Энтрифраги от защиты, атака. Ну а так, ребята, пора бы вам тоже уже просыпаться. Где же ваш скилл? Где же ваша борьба? Вот она и пошла уже, Логиксер, в ответе за своего тиммейта. Лавл погибает немного ранее. Поверейт. Аккорд на девятке. Самое главное, друзья, дабы сейчас ТВ опять не упал. Но пока что живем. Пока что живем. Нет никаких проблем с этим эпизодом. Я уже на секунду подумал, что действительно что-то подобное может возникнуть, но нет. Пока что видим, что все в порядке. Ребята халдят. Ребята очень сильно колдят, но вот контакты, вот она пошла, малина, логик, сэр. На сайде есть еще у нас живой аккорд, но не открывайся, не открывайся, не торопись, сможешь ты еще дать о себе знать, а стиксы, конечно же, сливаются, боже мой. Ну опять голтове. Но я так не играю, друзья. Небольшая рекламная музыкальная пауза, после которой мы вновь вернемся к вам.